Ну что, так ты мне еще не собирал, Андрюш. Такой нежный образ, да, у нас получилось. Замуж выдаем. Если бы. Но все к этому идет. Я сегодня еду на Кристину. Крестить Володю. Очень волнительно. Но очень важное событие. Спасибо, что собрал меня. Красотулька. Я. Благодарю. Мои хорошие, так волнительно. Так переживаю. Вчера батюшка сказал мне, раз я волнуюсь, нервничаю, значит, Боженька дошел до моей души, до моего сердца. Уже подъезжаю. Сегодня состоится важный момент в жизни Володеньки. Я стану крестной мамой сына моей лучшей подруги. С Богом. Ну что, совершили благое дело. Провожают меня колокола. Прекрасный день. В памяти на всю жизнь. Ну что, поздравляю тебя, спасибо, моя девочка. Спасибо, теперь ты у нас мама. Я мама. Да. У меня растет защитник Владимир. Твой сыночек. Мой сыночек, да. Все. Официально стала мама, кстати. Официально. Official, да. Какая красивая мамочка. Володя, спит лапочка. Сейчас тебя будем крестить. Губки слёченькие такие. Ой, какое событие в нашей жизни. Я вообще переживаю. Я волнуюсь вообще. Я тебе говорю. Потом будем показывать Владимира. Он пока еще не знает, кто его крестная мама. Он догадывается. Он даже не догадывается. Красота. Так волнительно, если честно. Да, я сейчас уже не понимаю. Ну что, покрестили Владимира. Все прошло хорошо. Такой он вообще сладкий у нас. Красивый, послушный, настоящий мужчина. Дай Бог тебе расти здоровеньким, послушным, умненьким защитником своей семьи, мамочки. Я тоже твоя мамочка. О, у меня защитник теперь есть еще один. Привет, изготворящий ангел своего ухом палящий. Извините, отступить создание всего со всей силы и ангел Украины. Я благословляю Сына Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, во веки вековы. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Ножки. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Аминь. Вон мне премудрый.